Здравствуйте, уважаемые садоводы! Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно высаженный подмерзает. А зимой чеснок высаживают обычно за 25-35 дней до похолодания. В течение этих дней высаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, но при этом из зубков не должны прорасти листья. Но что же делать, если внезапно в середине октября стало тепло и чеснок начал расти? Не расстраивайтесь, если чеснок зашел. Присыпьте грядку листьями или соломой так, чтобы сходов не было видно. Даже немного больше, для надежности. И это будет спасательным одеялом для нашего чеснока. И ничего плохого с ним не случится. Если же этого не сделать и ударят сильные ночные морозы, то проросший чеснок можно потерять. Это, конечно же, в том случае, если не успеет выпасть снег, который, в принципе, и должен также спасать наш чеснок от мороза. Бытует мнение, что если чеснок пророс осенью на грядке, то урожай будет мелким, но этому нет нигде ни одного научного подтверждения. А вообще, есть такой метод – посадка ранее, до октября, но на глубину 25 см. Не бойтесь такой глубины. Он хорошо чувствует там, где холодно, а на глубине именно так. В средней полосе так можно сажать в конце сентября, ведь приятнее работать в теплое время. Единственный минус, если у вас твердая глинистая земля, то чеснок будете вытягивать всей семьей. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!